Ну что, дорогие друзья, вот вы видите, конец августа. Просто вам хотела показать. Вот мы приехали, 5 дней нас не было. И вот, представляете, сколько мы опять не снимали. Это конец августа. Там даже нестандартные огурцы есть. Я вам покажу. Вот. Клубнички. Перец. Вот специально. Представляете, даже мне в руку не входит. Вот мы на весы его, даже на весах, вот вы смотрите. 600 грамм перец баклажана. Я уж тоже не взвешиваю, не спрашиваю, сколько это всего. Вот, представляете? Я просто еще хочу вернуться к тому, что весь наш труд недаром. И вот наше все-таки органическое земледелие, что мы стараемся, вот, оно приносит большие плоды. И хочу вот еще вам сказать. Помните, я вам говорила, сбрызните огурчики содой. Вот я сбрызнула один раз. Конец сентября, ой, конец августа, извиняюсь, какой сентябрь. Конец августа. И вот еще столько огурцов. Сейчас мы еще зайдем в теплицу, и вы увидите, какая зеленая ботва. Ну вот вы видите, огурцы все зеленые. Я даже сама, вот как бы, сколько раз делаю, думаю, у людей уже пожелтело, ничего толку никакого нету. Вот, а у нас цветут и, пожалуйста, зеленеют. И я вот сколько раз еще говорю, пользуйтесь органическим земледелием. Это, в принципе, ну, не так сложно. Может быть, на первый взгляд кажется, вот опять показываю, тепличка-то небольшая. И вот приехали, там, не знаю, ведер 5 опять сняли огурцов. Хотя ночи уже холодные. У нас северо-запад. Вот идем, идем. Вы посмотрите, сколько еще завязи. Пчелки начали. Хотя у нас огурцы парнокапрические. И вот листики, вот посмотрите, все немножко где-то появляются, конечно. Но в принципе, вон, все они зеленые. Вот вид подальше покажу. Вот один раз побрызган содой. Я вот еще специально зашла в теплицу показать, чтобы вы видели, сколько еще висит перцев. Это не собранных. Конец августа. Вот. Разгребаешь. Да и томаты тоже. Они еще висят. Черри наши. И зелененькие, и красненькие. Баклажанчики вон тоже. Дынька вот какая висит. Килограмма, наверное, на 2 будет. Это поменьше. Но тем не менее. Вот все эти рецепты. Вот даже вот, даже вот специально положу даже вот самую крупную клубнику. Вот. Вот вы представляете, перец какой? 600 грамм. Это еще уже с июня месяца собираем огурцы. Все это маленькая теплица, небольшая теплица у нас. Обыкновенная пленка, натянутое стекло. И вот сколько всего. Еще сколько вон на заднем плане. Видите, обыкновенная теплица. Томатов сколько еще висит. Крупные, мелкие, большие. Вон, какие хочешь. Так что я просто хочу вам сказать. Органическое земледелие надо применять. Вот я уже под томаты посадила горчицу. И пока я буду собирать, до поздней осени горчица-то будет расти. Она не дает фитофторе развиться. И улучшает структуру почвы. И, по сути дела, я больше ничего... Вот осенью, может, муж перекопает, все заделает это в почву, а могу и так оставить.
Вот, видите, мои руки не видно. Это если учесть, что как бы мы дачники, только выходного дня. Вот приехали сегодня в пятницу. Последний раз были в воскресенье. Вот посмотрите, вот эту клубнику, которую я вам говорила. Эви. Надо сажать обязательно. Вот правда, усики потихонечку, но они, усики даются. Вот эти вот гиганты перца. Вот этот вот. Господи, видите? Больше руки. Так что все мои советы, которые я вам давала, давала от чистого сердца, вы можете все их посмотреть на моем канале. И у вас также, вот видите, даже немножко переросшие за выходные, за эти 5 дней. Вот. Но тем не менее, вот посмотрите. Так что мы с вами на правильном пути, наверное. Все мы делаем верно. Никакой химии, по сути, не пользуемся. Вот сода. Кое-какие там еще рекомендации у меня есть. Вот все вы их найдете на страничках. На моем канале на YouTube. Прибалтийская дача. Так что думаю, что недаром мы с вами трудились, выращивали рассаду. И вот это, по сути, каждую неделю такой урожай. Так что до новых встреч. Я думаю, не последнее видео. Так что вот. Видите, какая красота. Ну как здесь не порадоваться? Все, пока-пока. С вами была Прибалтийская дача. Всего хорошего. Хороших нам урожаев. Прощалась с вами. Еще и малину не собирали. Вот у нас, видите, какая великолепная малина. Вот. Это польский сорт. Крупная. Никогда на ней червей нету. Вот она начинает плодоносить где-то в конце августа. И тоже до самых заморозков. Вот все усыпано. Тогда только начинает. Пчелки жужжат. Вот видите, какая она. Она очень крупная. Видите, опыляют ее. Так что у нас еще только урожай. Только начинается. Сорт очень хороший. Продуктивный. И тоже, если кто занимается бизнесом, можете его разводить. Кому интересно, я потом скажу, какой сорт. Смотрите. Я даже, кстати, по этой малине конкурс был на все деки. Я участвовала. Получила призовое место. Она вся такая крупная. Так что осень, сбор урожая продолжается. Вон муж начал копать картошку. Сейчас заодно подойдем. Вот начал копать виннету. Выкопал рядок. Очень даже неплохая. Хотя было нынче все засушливо. Тоже картофель. По сути дела весь крупный, хороший. А нам еще вон, копать и копать. Вон, видите, надо было, конечно, немножко срезать. Но некогда, не успеваем мы, не успеваем. Мечта уже не работать, но никак не получается. Так что вот, начали немножко копать, пока сухая погода. Тоже на ладошке, вот она.